многих людей архив ассоциируется со складом пыльных бумаг, но это абсолютно не так. Каждая страничка, каждый документ лежит на своем месте. Ведь это вековая история, события, судьбы людей, трудовые свершения, исторические реформы, оставившие свой след в истории. Сначала образование, архив занимал всего лишь 5 квадратных метров. На сегодняшний момент у нас 2 здания под размещение архива. Улица Московская, 29, где мы с вами сейчас находимся, 250 квадратов. И улица Минина, 69, 1600 квадратов. Все расположено под архивохранилище. Количество документов на сегодняшний момент, которые хранится, храним мы и используем их, 111 504 единицы. За 100 лет собрали, ну, вот, считайте, вот такое количество, значит, документы, которые хранятся у нас. Это основная деятельность, то есть все приказы, все распоряжения главы районов за все времена, решения исполкома, решения райисполкома, также документы по личному составу всех организаций предприятий Дмитровского района. В архивной отрасли 4 направления – это хранение, комплектование, использование и учет документов. В архивах хранилища передвижные стеллажи, что позволяет вместить больше документов на хранение, современная система пожаротушения и температурный режим. На данный момент у нас насчитывается 40 источников комплектования, то есть те организации, которые обязаны по закону сдавать документы на хранение в архив. Что касается по использованию, это у нас, конечно, справки социально-правового характера, которые гражданам позволяют подтвердить свои права на имущественные отношения, на трудовой стаж и заработную плату для начисления пенсии. В последнее время очень популярны запросы на документы, подтверждающие родство, для составления генеалогического древа. В Дмитровском архиве на хранении находятся документы Дмитровского ЗАГСа с 1867 года. Это метрические книги, которые велись в церквях. Очень часто запросы от поисковиков поступают не только с нашего округа, но и с близлежащих муниципалитетов. Дмитровский городской архив был создан постановлением Президиума Волостного уездного исполнительного комитета 10 августа 1921 года. Поздравить женский коллектив Дмитровского архива приехал начальник управления делами администрации округа Александр Богучарский. Он вручил хранителям нашей истории благодарственные письма главы Дмитровского городского округа, пожелав крепкого здоровья и успехов.